Два года мы слушали байки наших товарищей по оружию. Но война изменилась. А вместе с ней и история. История о том, как люди пропадали в затопленных тоннелях метро. О том, как их навсегда поглотил пылающий ад во время операции «Огненный шторм». Мы слышали легенды о том, как целые армии были истреблены на границе Каспия одним ударом. И о свирепых песчаных бурях в Оманском заливе, из-за которых казалось, будто сражаешься с призраками. Два года мы слышали эти истории и эти легенды. Говорят, эту войну нельзя выиграть. Что же, мы проверим эту теорию.